Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 527. Нам нужно решить задачу в городе 550 тысяч жителей. Население в нем ежегодно увеличивается на 30%. Сколько жителей будет в городе через год? Давайте запишем краткое условие. Было в городе 550 тысяч, ну давайте не словами запишем, а цифрами. А станет неизвестно, сколько жителей. Нужно узнать. Так как через год, то на 3% больше, чем было. И задачу будем решать по действиям. И давайте для начала 3%. Переведем в десятичную дробь, чтобы проценты разделить. Перевести в десятичную дробь нужно количество процентов разделить на 100. Получаем 0,3. 3% это 0,3. И чтобы теперь узнать, сколько у нас станет жителей через год, нужно сначала найти, сколько жителей 3% составляют. 550 тысяч жителей – это 100%, а нам нужно найти 3%, то есть 0,3 от числа 550 тысяч. Чтобы найти дробь от числа, нужно эту дробь умножить на число, то есть 0,3 нужно умножить на 550 тысяч. 3 умножить на 55 будет 165. Раз, два, три, четыре нуля приписываем. И раз, два знака отделяем запятой. И получаем 16 500. Это 3%. То есть 16 500 это 3% жителей. И чтобы узнать, сколько у нас станет жителей, нужно к тому количеству, которое у нас было изначально, это 550 тысяч, прибавить 3%, то есть 16 500. И получаем 566 тысяч 500 жителей станет в городе через год. Ответили на вопрос задачи. Можем записать ответ. 566 тысяч 500 жителей. Выполнили задание 527. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.